Здравствуйте. Это суть дела. Помните фразу Ельцина образца лихих 90-х? Во всем виноват Чубайс. Похоже, первый президент России не ошибался. Во всем виноват Чубайс. Был подвинут знакомый нам всем реформатор Анатолий Чубайс. Свой пост по развитию передового движения страны в светлое будущее он занимал долгих 12 лет. Заявлений о прорывных разработках, финансируемых под его руководством, мы слышали немало. Но на самом деле каких-то подвижек, выведения новейших технологий на новый уровень, мы не заметили. Ходили слухи о больших зарплатах менеджмента, но о зарплате самого Чубайса толком ничего известно не было. На слуху у всех была только его декларация за далекий 2014 год, где указывалась цифра в 207 миллионов рублей. Как оказалось, на самом деле в последние годы корпорация «Роснано» работала в убыток. Убыток в 2020 году составил почти 53 миллиарда рублей. И вот Анатолия Чубайса сменил Сергей Куликов, 44 лет от роду. Отчетность, доставшаяся Куликову от его предшественника, была слабовата, прямо скажем. И вот всего за один квартал текущего года эту отчетность новый руководитель сумел изменить в корне. Специфика рисков работы «Роснано» такова, что компания покупает некий технологический объект в самом зародыше, вкладывает в его развитие средства, доводит до ума, выводит на рынок, а потом продает с прибылью акции данного предприятия. Здесь есть изрядная доля риска в том, что можно просто прогореть, если предприятие не начнет выпускать конкурентный конечный продукт. Всего за один квартал этого года Сергей Куликов, сотоварищи, сумел совершить небывалый нанопрорыв и показать невероятные цифры прибыли предприятия. По сравнению с первым кварталом прошлого года, прибыль компании подпрыгнула аж в 36 раз. А выручка выросла в 15 раз и составила 15 миллиардов рублей. Но один показатель все же упал. Не поверите, это были управленческие расходы. И упали они сразу на 38%. Так что прав оказался Борис Николаевич. Действительно, во всем, видимо, был виноват Чубайс. Это была суть дела. Все будет хорошо. В исторической перспективе.